котята, вы на моем канале Тохольный Бука. И в этом видео я покажу типы людей в кинотеатре. Ну что, погнали. Саша, что ты будешь? Вот 2 попкорна, 3 газировки, 3 пончика, 6 пачек чипсов, 4 леденца. Так, в принципе, все. Спасибо, до свидания. Вера, я же тебя просила нормально одеться. Ой, да нормально я оделась. Здравствуйте. Что желаете? Давайте 2 попкорна и 2 пончика. Хорошо, заказ будет принесен в зал. Спасибо. Энж, на какой фильм идем? Ну, я хочу «Бременские музыканты». А я хочу «Лед 3». Не, давай «Бременские музыканты», они интереснее. Может... Нет, «Лед 3». «Бременские музыканты», «Лед 3». Энж, я сказал «Лед 3». А я сказал... «Бременские музыканты», а я «Лед 3». Молодые люди, прошу вас не орать. Ой, извините. Фу, ладно, какой вам фильм и какой ряд? Первый. Молодые люди, я вам даю первый ряд, потому что последнего нету. И вы идете на «Лед 3». Обещайте, говорила, последний. Все-таки надо было уйти на «Бременские музыканты». «Лед 3» лучше, идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, 3-й ряд. Держите. Здравствуйте. Здравствуйте. На какой фильм вам билетик и какой ряд? Давайте сам дешевый билетик и последний ряд. Хорошо, последний ряд и... «Бременские музыканты» — это самый дешевый. Так, а сколько стоит? Так, минуточку. Угу, сейчас посмотрим, я быстренько, подождите. Так, 340 рублей. Дешевле нету. Девушка, самая дешевая — это «Бременские музыканты». Боже мой, боже мой, ладно. Я пойду в другой кинотеатр, где дешевые цены. Здравствуйте. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, 2 билетика. Так, у нас остались только «Бременские музыканты». Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш кинотеатр. На какой фильм вам дать билетик? И ряд, скажите, пожалуйста. Так, «Бременские музыканты», и давайте первый ряд. Держите ваш билетик и выйдите на «Бременские музыканты». Спасибо. Хай. Здравствуйте. Какой ряд, какой билетик? Ну и давайте «Бременские музыканты» и любой ряд. Держите ваш билетик, ряд там написан. Идите в 3-й зал. Спасибо. Так, так, не видно. Мужчина, отойдите, пожалуйста. Ага, видно. Катюх, отправлю. А как я тебе говорила, надо идти на «Лед 3». А я мужчина, и я сказал... А я женщина, и я сказала «Лед 3». А я сказал «Бременские музыканты», «Лед 3». «Бременские музыканты», «Лед 3». Надо было тебе прийти в нормальную одежду, а то сидишь, позоришься. Я красивая пришла, а ты в пижаме какой-то. Ребятки, спасибо за просмотр этого видео. Я рада, что вы это видео досмотрели до конца. Ребятки, если что, я никого не хотела обидеть. Это видео было в качестве развлечения. Надеюсь, это видео никого не задело. Ребятки, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайкусики и ставить колокольчики. И всем гудбай, ребята-котята!